Современная чувашская литература. Связь поколений. В Национальной библиотеке известные писатели Чувашии встретились с начинающими авторами. Союз профессиональных писателей республики собрал молодых коллег. Аксакалы делились опытом, начинающие писатели своим видением литературы на родном языке. На мастер-классах объясняли, как строить сюжет прозы, на что обращать внимание при создании стихотворения, как правильно оформлять драматическое произведение. Отдельные произведения молодых авторов получили экспертную оценку. В ходе обучающего семинара молодежь приобрела себе наставников. В свою очередь, состоявшиеся писатели отметили оригинальность и профессионализм начинающих.